Здравствуйте, Борис. Это видео про ваш адаптер КПАН с одуванчиком. Вот он, ваш адаптер, вот одуванчик, крышечка. Сейчас я его проверю в моей камере. Итак, я запрограммировал фокусное расстояние 1000 миллиметров. И диафрагма, как я вам описал, от 2,8 до 11, чтобы вы могли поэкспериментировать. Вы всегда сможете перепрограммировать одуванчик под любой другой объектив с креплением А. Также на вашей камере при программировании одуванчика будет работать функция F60, которая предназначена только для старших камер. Про функцию F60 можно прочитать на сайте Лушникова в разделе Nikon информация. Сейчас я упакую ваш КПН и завтра отправлю его к вам. Спасибо за внимание.